Алло, чат, чё вы не спите? Это объясните мне, пожалуйста. Ну ладно, я дебил. Ну вы-то чё, вы-то куда? Обалдеть. Здорово, всем доброй ночи. У кого-то там уже и утро, уже день даже. А, специально для них сегодня, пожалуй, стрим. Короче, игра выходит, ну, через полчаса получается. Вот, уже такое было когда-то, то ли с Hellblade, то ли еще с чем. Получается, что игра должна была выйти, и там как-то я не так понял. Короче, через час. От того времени, о котором я подумал. Вот. Поэтому ждем. Ждем еще, сколько там осталось. Получается, сейчас что-нибудь позыркаем. Видосы какие-нибудь. Кармик, спасибо тебе большое за 79-й, кстати, подаренный саб нашему Гаррету. Гаррет, с возвращением в ряды подписчиков. Спасибо огромное Кармику. Людвиг, спасибо большое за ресаб на второй месяц. Наконец-то я не опоздал на стрим. Слушай, ну да, ну да. Полина даже не спит. Обалдеть. Привет, Полина. Всех студентов я поздравляю с Днем студента. Сегодня это тянет день студента. Не знаю, как там в других странах, за кордоном. У нас в Украине вроде бы так. Да, всех поздравляю с праздничком. Всех, Татьяна, тоже с праздничком. Желаю вам легких сессий, скажем так. И чтобы побыстрее уже все-таки учеба закончилась и мы вступили во взрослую жизнь. Вот, вот так. А, уже кто-то и поспать успел. Охереть. Покровитель студент, ты знал? Ну да. Я же сейчас с днем студентов-то и поздравляю. Алло. Да, мы заказали еще с Таней пиццу, которая приедет часа через полтора. Поэтому мне надо будет в какой-то определенный момент стрима еще пойти встретить курьера на ночь глядя. И, в общем-то, такие вот дела. Да. Так. Ну что, Тэмер, почему ты стримишь не в пижаме? Потому что я еще не сплю. Что тут у нас? Смотрим. Загрузка недоступна. День официального выхода. Ну, день официального выхода сегодня. Покровительство страны СНГ работает? Ну да. Наверное. Написано приблизительно менее часа. Но это значит, что точнее доступ будет через полчасика. Вот. Там, кстати, вышел новый геймплей. Новый геймплей. Atom Heart или как Atomic Heart. Как-то так называется. Сейчас мы его с вами посмотрим. 10 минут геймплея. Вроде бы что-то прикольное. Это русский Fallout. Причем реально, походу, качественно сделанный. Тут, конечно, еще пре-альфа. Но, типа, уже, в принципе, впечатление об игре можно будет сложить. Посмотрим, что ли, что. Ну, я посмотрел, с вами теперь посмотрю. Город на краю гибели. Да-да-да, узбогойтесь. Город на краю гибели. Перевод вообще толковый. Так, окей. Геймплей нового Far Cry вышел. Не, спасибо, я мимо. Кто-то в шестерке там умер. Просто не смог завестись, и вот это вот. Выглядит крайне необычная игра. Прям очень необычно. Ну, блин, она такая какая-то такая прикольная. Ну, поэси, конечно, так себе, но это вон внизу написано пре-альфа. Это даже не альфа, конечно. Поэтому, как бы, ну, вы понимаете. Чувствую, будет лохать жестко. Да не, нормально все будет. Она даже на консоли выходит, на PS4. На бокс, кстати, по-моему, не было указано. Вот PS4 и пока. Буравчик, спасибо за хостик. Таня, спасибо, кстати, тоже за хостик. Адские хлопки, ну да. В игре есть отличная русская озвучка, кстати. Отлично, это не сарказм сейчас. Роботы на Ниер... Вот, типа на Ниер, вот дизайн роботов реально похож. Вот, согласен. Такие, типа, роботы и трактор Беларусь стоит. Робот, лянь, нес, короче, домой пачку сижика, он отжал. Просто отжал робота сишки. Последние. Просто гопнул робота.
Бедный Ром. А есть такое. Вот эти ковры, вот как на перилах висел, он, по-моему, у каждого в доме был. В таком вот, типа, дачного типа. Здорово всем, детственник, боже, тебя 100 лет не видел. Че, не спим? Да вот, резидент ждем. Сейчас будем стримить. Через полчасика. Резидент. Пока ждем выхода. А, карабинчик, оп. Рассосался. Что за игра? Atomic Heart или как? Ну вот это русская игра. Русский Fallout или Bioshock, даже не знаю, на что больше похоже. Здесь работать на больничном сижу. Погромче сделаю. С одной затяжки сишку такой, оп. Как русская игра, конечно, ру-ру-ру-озвучка. Причем хорошая ру-озвучка. Ну, по крайней мере, в тех моментах, которые нам покажут. Да, с одной затяжки сигу давай. Идиот. О, сука! Идиот, говорит. Да отъебись ты! Пошел нахуй! Тупая скотина! Кунг-фу, блин. Ты отъебись, ты. С гуху нашел, это вообще победа. Лечиться с гухой в игре, походу. Советские времена, короче. Постапокалипсис, советские времена. Ёбаные куклы. Давай, иди сюда! Сюда! На! Да, если будет такая в игре, она мне Тарков напоминает, эта озвучка. Очень на Тарков похоже, когда он там кричал «Пентос ебаный!» Вот это вот прям вообще. На ютубе проходим, да, судя по всему. Бот купить надо, не знаю, пока не показывали, может быть. Блин, дизайн очень прикольный такой, футуристичный, плюс такой смесь советской действительности нашей, скажем так. Очень прикольно, необычно. Когда релиз, мы пока не знаем. Либо озвучка, это игра года. Графон нормы, это еще при альфа, как бы.
кабинке убийцы, блин. Жестко. Резик на ПК. Да по идее в 2 часа ночи по Киеву, в 3 по Москве выходит. То есть минут через 20, по идее. Не знаю. Идем вот. Должен выйти уже. Через несколько минут. Геймплей, походу, да, с плойки, судя по каким-то ивентам. Я хочу, чтобы боссом в этой игре главным был робот из «Ну, погоди», которого мы все боялись. Лол, вот это будет шик. Пиздец развели, блядь. Блядь, так. Спасибо, да не за что? На боксе тоже будет. Я просто увидел тут две коробки, а здесь надписи. Ну, непонятно пока, когда выйдет. Разработки Atomic Heart. Это, блин, это что-то очень прикольное будет, судя по этой демонстрации. Прям то, что надо. Прям вообще вот жду. Я ее ждал еще, когда ее, по-моему, на E3 показали, да? Трейлер там просто был. Я ее уже ждал, как бы. А тут теперь геймплей подтвердил, что это прям, ну, вообще топ. Топовый топ будет. Здорово, ребят, всем, кто подошел, всем, кто не спит по какой-то причине. Будешь на сложности с кассетными лентами проходить, чини. Еще эта игра мне напоминает фильм «Я робот», только в советском фуллуче. Я буду проходить на хардкоре. Ну, на самой высокой сложности, на данный момент доступной. То есть это, да, с лентами печатными будет. По ходу сохранения, плюс более живучие враги. Или более кусючие, не знаю. Я не боялся робота-зайца, я ждал, когда же он волка убьет. Ты еще скажи, что ты за зайца болел, ну камон. Ты че? Так, Светлюдик, спасибо за 100. Догоним 100к сегодня. Не знаю, ребят, я вообще не уверен, что сегодня кто-то на что-то вообще способен. Потому что ночь, тупо ночь на дворе. Спасибо тебе огромное, Людвиг, спасибо большое за соточку. Да, я поставил тихие алерты, ну, чтобы не сильно мне там орали про самолетик во время игры. Все-таки какую-никакую атмосферу охота поддержать. А, в общем, осталось 18. По идее, в Steam написано, что игра весит 26 гигов. Системным требованиям судя. Так, подожди. Вот. 26 гигабайт. Качалось на предзагрузке 21. То есть 5 гигов докачается там за несколько минут и все. Инфа сотка, через 15 минут лайв будет. Ну вот, ждем. Ждем. Не знаю. Я думаю, ты уже спать пошел. Ты вот это вот тут сидишь. Отдаю не гривен, конечно. Да, Таня мне проспорила. Проспорила 500 гривен, но в общем вот. Спасибо большое, Таня, за 500 рублей.
Да, в общем-то. Сегодня, я не знаю, днем, ну как, мы поспим там. Таня тоже планирует стримить. В общем-то, Татьянин день, стрим Тани. Ну, давайте там смекать. Приходите, короче, к ней на стрим. Спасибо, Танечка, за донатик. Сколько игра в Стиме стоит? Я так понимаю, 4000 рублей. Потому что у нас она, обычная версия, стоит 1500 гривен. Делюкс издание 1700. А, ну у вас 2000, видишь. И 2400. А, ну, у нас обычное издание стоит 4000 рублей. Ну, если наши гривны перевести в рубли, то это 4000 рублей. Ну, я обычную брал. В принципе, мне не понравился ни один костюм дополнительный, который они там за Deluxe предлагали. Вообще не понравился. Плюс там как бы предлагали еще оригинальный саундтрек будет во время игры. Ну, из старого Резидента. Тоже за Deluxe. Я такой думаю, да ну его нахер. Короче, да, вот 1700 гривен. Это 4 с чем-то тысячи рублей. Ну, 1500. Это около 4000. Вот, как-то так, ребят. Как-то так. Так, я не знаю, что. Еще что-то хотел посмотреть. Забыл. Сейчас будем понимать. Вот трейлер игры. Вот из здесь вообще непонятно. Пошли в тренды Ютуба залезем, чат просто вот, охереть. В трендах мы так иногда поржать заходим. Будет ли в Atomic Heart доступен кооп? Запилят ли? Я думаю, вряд ли. Не лезь! Так, ну Тайная любовь, 14 серия на первом месте в трендах, на первом. То есть настолько охеренный сериал, чат, что именно 14 серия попала на первое место в трендах. То есть это... Вот это я вообще не знаю, что такое. А, это вот... Мы как-то включали какой-то видос по этому мегасериалу про грязнюлю. Это прям, да, must have. Палитата. Лайфхаки. Боже, лайфхаки до сих пор популярны, серьезно. Концерты, боже, Шурыгина там жив. Обалдеть. Девки пацана усыпили и уродовали его. А, да? Это значит. Так, что тут еще? О, во, только проговорил про вот этого робота, сука. Вот его надо в Atomic Heart. Мне кажется, там дизайнеры роботов вдохновлялись именно вот этим вот. Короче, ни хера. Политота. Лайфхаки. Привет! Сегодня я наряжу своего кота в очередную какую-то хуйню, и мы посмотрим, что же будет. Как там этого кота, бля, я вечно забываю, как зовут Татошка этот или хер его знает. Привет! О боже, текаем отсюда! Так, кстати, отчаиваем на правах рекламы стоп-геймов, как нуждаются. Последний. Вышел прикольный видос. Здорово всем, здорово, ребят. Да, кстати, там вроде как, я не знаю, стала доступна демка Anthem. Я не знаю, в свободном доступе или нет. Или же за, может, какой-нибудь там предзаказ или типа того. Ну, я не знаю. Что-то я вообще не жду. Anthem вообще не жду, если честно. Демка. Это что такое? Демка. В свободном доступе с 1 по 3. А, ну, в общем, вот. Ну, я не знаю, демку я все-таки глянул бы, уже определиться окончательно, надо оно или нет. Ну, вот, типа, все пишут, что это тупо этот самый Warframe, по-моему. Я не играл, не знаю.
Продал видос про топ игр от Stop Game, ведь они не забыли упомянуть мою любимую Red Strings Club. Да, кстати. Так вот. Новый МК в коопе будет? Да надо ж надрать кое-кому жопу, конечно, будет. Я поиграл, по крайней мере. Хорошо, стрим, спасибо. Да мы никак не начнем. Ждем сраную игру. Я что-то, видишь, на час лоханулся. А вот, оказывается, она через час. Глянем ТСО, новый трейлер. Бля, я что-то недавно, кстати, когда были бесплатные вот эти вот, как их там, дни или выходные на ТСО, что-то я его установил, там же типа сразу в Morrowind попадаешь. И что-то, короче, не знаю. Я так побегал, думаю, бля, ну не знаю такой. Ну, вот давайте посмотрим новый трейлер ТСО. Короче, атмосферы никакой в этой игре как не было, вот, сколько там, 2 или 3 года назад, так и не осталось. И не появилось, точнее. Ну, давайте посмотрим. Тут что, про кого? Эльсвейр. Не знаю, про каджитов не буду. В натуре каджит. Опа-на. Ходим. Трейлер, короче, самой игры. Ну, мне и про Warcraft то же самое кажется. Я не просто не фанат вообще жанра, в принципе. Законнектило. Годзилла. А, тут типа 3 дракона, но это отсылка. Это отсылка, сами знаете к чему. Я должен бы знать, кто это? Кто это, чат? Ты знаешь, кто это? Типа вот его показали, и все такие: ебать, это он! А я типа не знаю. Я просто не в теме, сори. Это Scarface. Say hello to my little dick. Такой, да-да-да. Так, мне главное звонок телефона не проспать. Потому что, ну вы понимаете. Еще LOL Awaken крут. При том, что я ни разу не играл. Да, я тоже. Я тоже ни разу не играл. Типа, вообще ни разу. Так, 8 минут, по идее. Через 8 минут должен быть доступ. Должен быть. О боже, это нарезка. Хрен, который погиб в первых синематиках. И вот он вернулся. Ну это да, этот твист, конечно, мощный, мощный. Это же Кай Касадес. What? Куда инфа? Это серьезно он? Да не, быть не может. Я так понимаю, да, действие сейчас, ну, в этой вселенной в ТСО, насколько я знаю, проходит до Морруинда. Потому что мы пришли там в Морруинд, там все строится, блин, алло, конечно, до. О, боже. Что-то хотел сказать еще. Нового трейлера Думяра нет, к сожалению, нет. Я недавно геймплей, кстати, пересматривал с E3. Вот это охеренная игра года будет. Я надеюсь, она в этом году выйдет. Ну, одна из, скажем так. Реально нарезка на первых же Эндерсов. Да, я сейчас уже...
Хотя еще 7 минут, плюс там еще 5 гигов примерно будет докачиваться. Можно что-нибудь позыркать. Я жду метро. Ну, я тоже посмотрел геймплей. 55-минутный. И типа... Я тоже вроде так теперь больше его жду, чем раньше. Так. Можно, кстати, глянуть. Ну вот я опасаюсь за сюжет. Реально, мне кажется, будет сюжет вообще не очень. Со всей этой политотой. И плюс как бы вот цветовая гамма. Ну, сейчас я включу, короче, просто. Цветовая гамма... А, ну здесь не видно. Здесь пустынная локация. Здесь, в принципе, норм будет. Игра. Ну, мне нравится. Единственное, анимация под упоротая. Вот башка у чувака вот вообще реально как будто отдельное от тела живет. Она как будто бы, знаете, залочена на персонаже. Вот тело поворачивается, а она вот остается при любом положении тела в одном... В том самом. В одной плоскости. На сайте разработчика Atomic Heart написано, что можешь сделать предзаказ игры, и предзаказ вы получите доступ к полной версии игры на 7 дней раньше даты выпуска. Доступ к бете-версии 4 квартал 19. Короче, под конец года, в лучшем случае. Ну так, тут как бы в метро, я думаю, если мы даже и будем спускаться в этой игре, то так чисто. Ну, тут уже ж мы на поверхность вышли. По сюжету, я так понимаю. Ну, типа, вот это вот... Ну, по Fallout 4. Пока что. Метро в Казахстане. Они же там на каком-то поезде будут ехать куда-то, я так понял. Поэтому поезд выехал из метро. Значит, чат, ну ты не шаришь. Нужно было назвать «Заглянем в метро». Типа не метро Exodus, да, а метро «Заглянем». Ну, геймплей за геймпады, конечно, еще. Про наземное метро, да, в этой части. Однако мне больно смотреть на то, как чувак целится. Ну, да. Зато тут, типа, можно по атмосфере ходить камеру. Это ж демонстрация. Самое то. Зрелищность. Ну, вспомните демонстрацию геймплея Дума Eternal на геймпаде и потом на клавомыши. Небо и земля. В метро выходим, наверное, да. Ну, уныло как-то выглядит, если честно. Вот это прям, не знаю. Не одни эти самые песчаные эти локации. Вообще такая же. О, тут тупо сталкер. Ну, в целом, я же говорю, там 55-минутный ролик. Вообще нормально мне зашел. Два газ, день. Дебил. Павлуха, наверное, живой. А, тут еще на English. Поэтому не нравится то, что я вижу. Мне не нравится, что они сделали этот открытый мир в метро. Было страшно, как это тут. Не знаю, в принципе... Да что там за... Артём, do you hear me? Артём! Так, что там? По времени давайте. 3 минуты. Ясно. Опять он с этими воюет тут, короче. Зубами такой... Зацепился. Ну ладно, карабин, конечно. Было такое впечатление.
Опа, на УАЗик сел и поехал. Других мутантов не будет. В этой демке нет, но вообще будут, конечно. Хера он там это. Тупо Мэд Макс, короче, слышишь? Да камон, их сколько тут вообще? Это Кодзима спас нас. В солдатской шапке советских времен еще. Метро была своя атмосфера, тайны под землей, когда выходил на поверхность, более выпытки. Ну а тут может быть наоборот будет. Здесь мы будем наоборот спускаться под землю. Ну посмотрим, гайс, ну что вы, блин. Тут как бы видно хотя бы, что люди старались над игрой, понимаешь? Прописали сюжет, какие-то диалоги, попытались расширить мир, лор, да? А не вот это вот по стрелушке. В плане всяких там этих самых дивизионов и такого, что где-то там может что-то и есть, но по факту мы все мы знаем, что это все дрочильня ради дрочильни. Тут как бы все-таки сюжетный шутер, поэтому уже хорошо. Сюжетных шутанов линейных, в принципе, сейчас мало. Выходит. В основном одни из сервисов выходят. Ну, те не пофиксят. Школьный планшетик, кстати, так проапгрейдили. Ну, мы прочитали, нет. Карта как Far Cry 2. Да, похоже, кстати. Ну, думаю, что Far Cry не дом, вообще ничего не думаю. Я даже после первой демонстрации смотреть на него перестал. Сколько мир открытых. Вот это универсально, я понимаю. И машину заводить, и двери открывать. Не, прикольно выглядит, согласитесь. С моментами прям вообще охеренно. И графика в игре приятная. Resident Evil 2 доступен. Давайте. Поиграем в Resident Evil. Растим ребутнуть только для этого. Для этого. Сейчас, если все нормально будет, ну, то есть закачка пойдет, я выключу этот стрим, ну, и через там несколько секунд запущу следующий, ну, дабы вот этот кусок не попал там в запись стрима по резиденту, скажем так. Качечка по... Ну, это как раз вот гигов 5 докачать. Посмотреть Layers of Fear. Я смотрел. Мне первая часть не очень нравится. Сейчас планируешь... А, это тут. Если реально по всей карте можно ходить, то метро новое будет весить очень много. Да и нормально. Тони получается. Тут не пишет, правда, сколько прокачиваться. Все. Пойду кофе намочу. Давай. Пути кофе. Да, как я и говорил, мне нужно будет еще открыть дверь курьеру, который привезет покушать. Ну, когда это будет, ну не знаю. Па-па-па-па-па.
0.41. Сейчас 20. Ну, еще минут 40, наверное. Хорошо, сидим. А что, будет качаться сегодня, нет? Он же съел твою пиццу. Я ничего не качаюсь еще. Да, я понимаю, это нормально. Выключу не чат. Почему-то как я включил, сразу вот это вот начал. Через 19 часов скачается. Все хорошо. Один день остался. Да, это не профессионально. Но в целом, что поделать. Хайперван, спасибо большое за переподписку на 15 месяцев. Удачно я в 3 часа ночи встал. Внезапно. Спасибо огромное. Спасибо большое за ресабочку тебе еще. В 3 часа ночи, когда ты вообще сабался? Обалдеть. Спасибо огромное. Так, все что ли? Дубль 2. Распаковка тебе. Хорошо. Маркус, здорово. Мои любимые утренние стримы. Да типа ночь. 2 часа у меня ночи. О, Полис, у тебя же днюха была, да? Ну, получается, несколько часов назад. Я правильно понимаю? Или я что-то путаю? Ну, у тебя-то, наверное, уже много часов назад. А, да, значит, я ничего не перепутал. Да, вот, давай тогда, с днем рождения. Счастья, здоровья, не болей. Давай там, расти здоровым, крепким мужчиной. Чтобы все было хорошо. В общем, давай там, с днюшенькой, с прошедшей. Чат давайте поздравим Полюса. Вот. Я думаю, ему будет приятно. Давай, с прошедшим днем рождения. Все, пошла скоростуха. Да это кто-то качал что-то в стиме, небось, там. Тот Говард. Новый патч. Правда, что у тебя белая рубашка есть? Ну, ходят слухи, что да. Или чат что-то качал. 350 человек просто сидит. Уже, наверное, половина. Вот так. Пал. Гаррет качает Скайрим. Пал. Вот она. Резик топовый. Да, я понял, что реально один из, судя по всему, главных претендентов на игру года. То есть прям Капком и, по-моему, даже переплюнули себя в том плане, что ремейк, ну, в первую часть они уже прям там восторг фанатов вызвали. А тут так теперь, походу, вообще просто шок-контент. Весь стрим, походу, качает. А, весь Steam ты имел в виду, да? Да, наверное, ну, как, знаете, сегодня... А, кстати, сегодня в Овере ивент вышел новый, китайский Новый год, вот этот вот ежегодный. И вот стандартно мы еще так зашли поиграть в ранге. Когда вышел патч, Таню посреди ранговой катки выкинула. Списала с нее 30 очков. Начала качать патч на 700 метров. Потом Таня не могла зайти, потому что стандартно в очереди было 3000 человек. Бля, игре 3 года, до сих пор они не могут сервера нормально сделать. Ну, я понимаю, что там же онлайн упал. Вот. Так что да. Я потом зашел, короче, после катки. Перезашел в этот самый, в игру. После скачки патча у меня 20 тысяч человек ожидания было. 20. Ну, я сидел, не знаю, минут 30, наверное, тупо ждал, нифиг делать. Вообще, что-то какой-то день такой. Весь день, короче, прошел по факту в преддверии ожидания выхода Resident Evil. 8 скинов, пару эмоций, все же, знаете, в винтах. Сервера овера еще нормально по сравнению с FIFA. Ну, не знаю, сравнивать особо не ищем. Скалик, спасибо большое за 14 месяцев. В смысле 10 утра вы не спите? В смысле, Скалик, 2 часа ночи? Алло, 3 час ночи пошел, мы еще даже не начали стримить. Ты представляешь? Спасибо тебе огромное. Спасибо большое за 14 месяцев, Сабыча. Спасибо.
Кому нужен эта версия? Хочется в ожидании посидеть, достаточно GTA Online запустить. Или вот качать Resident Evil. Визуальная проработка Резика 2 выглядит так же круто, как Тень Колосса. Да, мне кажется, даже покруче. Все-таки. Тоже 20 ночи, Россия. Мне просто интересно, люди, у которых сейчас ночь, вы вообще, типа, ну, что не спите? Не, мне охеренно приятно, на самом деле, что вы пришли ко мне на стрим. 3 часа ночи, некоторых уже и больше. Ну, типа, завтра вроде как не выходной. Че? Ты просил, я, типа, говорил, что если кто хочет, можете идти спать. А, любимая часть франшизы и самый запоминающийся враг? Любимая вторая, однозначно. Самый запоминающийся враг — это Ликер. Вот это еще из детства, когда взрослые дяденьки пришли играть в компьютерный клуб, ну тогда приставочный, где были чисто одни PlayStation первые. А, и, ну там нас, конечно, сразу начали выгонять, но типа мы там как-то кое-как остались. Ну типа играть не для детей. И когда я первый раз увидел вот эту вот сценку, синематик на то время еще, да, там охеренно графонистый, с Ликером, который на потолке вот это... И вот прям тот момент мне так запомнился. Я на работе в ночь, 4 часа утра, понял. Так, пришел смотреть «Каникулы». Как понимаю, звуки подписки, когда звонит будильник, поставлю начало стрима. Ну, типа того. Так... Как спать, когда тут резик? Понял. 4:10 и пофиг. Я личинку откладываю. Спасибо за подробности. Ну, Немезис понятно, да. Но Немезис, он как бы... Это классика. Но вот из такого, что более-менее прям не запомнился. Именно Ликер первым, скажем так. А потом уже в третий же Резидент играли. Там, естественно, Немезис. В моих воспоминаниях графон не изменился у Резика. Вот что фантазия творит, я понял. Так ты переиграй. Завтра кино... Не, ну типа вот Резик, на удивление, даже вот старый играется очень бодренько даже сейчас. То есть игра реально интересная. Мне на самолет через 4 часа. Теперь не просплю. Понял? В самолете и поспишь. Так, работа тату-мастеров халявная. Вот и не сплю. А вот сижу допоздна. Понял? Я Last of Us первый раз прохожу, не отпускают. Блин, я тебя завидую. Иногда, как там говорят, да, хочется стереть себе память, чтобы перепройти эти шедевры. Типа там Last of Us, и там всякие Silent Hill. И такая. Самая слабая часть 6, ну, если из больших частей. Наверное, да. Там же еще куча всяких мелких выходила. Тиров там всяких, прочие лабуды, мобильные вот эти вот. Больше всего запомнилась заставка. Во втором езде. Я не помню, что там за заставка. Начальная, там где на заправке или что? Таня Эльфийский, не понимаю. Перед этим посмотрел Богемскую рапсодию, а тут стрим начался. Ой, я не знаю, я вчера у Bad Comedian в группе видос видел, где... Я фильм не смотрел еще, эту рапсодию. Где вот эта вот сцена с концерта. И там идет сравнение реального концерта и вот этот, как его актера зовут там? Малик там или как-то там херозное. И вот, не знаю, у меня сложилось впечатление, что реально плохо подобран актер. Но только вот в этой сцене... Я весь фильм не смотрел, опять же. Рами Малик, вот, да. И мне кажется, он, да, он там пытался быть похож на Меркури, но, сука, эти накладные усы, эти, сука, глаза выпученные. Ну ладно, внешность, это как бы, да, окей, не очень похож. Мне кажется, Барон Коэн был бы намного больше похож на Фредди Меркури.
Но мне просто сложилось впечатление, что этот чувак просто-напросто кривляется, извините. То есть, ну серьезно, ну вот он, я понимаю, что он пытается там мимику повторить, там все это самое, но мне больше нравились пародии Максима Галкина, когда он был на пике популярности, чем вот это вот. Но это всего лишь одну сцену я посмотрел, мне не понравилось, как он выглядел. Больше на дизреспекта похоже, лол. Лучшая мужская роль. Не, ну понятно, да. Ну, как бы я просто вот конкретно по этой сцене сижу, я фильм не смотрел. Как тебе новый сезон Труд Детектива? Не смотрел. Я второй не смотрел. Я смотрел только первый. Первый классный. Второй, говорят, уже так себе. Да, наглянула фильмы, на удивление, актеры лично для меня тащат фильмы, вот сценарий хромает. Да, многие тоже жаловались, что очень все поверхностно, типа прям, вот это как с Высоцким. Высоцкий, спасибо, что живой. Типа, когда там все ждали фильм про Высоцкого, да, ну то есть очень много фанатов Высоцкого. А по сути нам показали, блядь, что Высоцкий был наркоманом. И весь фильм, он, у него была ломка или передоз, что это, я даже не помню. И нам показали, что, в общем-то, он был наркоманом. Вот это вот просто какой-то отдельный жизненный отрывок взяли. То есть взяли человека, которого любят многие до сих пор. Его песни, да, там и все это творчество. И решили показать не то, каким он был хорошим, положительным, а решили показать вот почему-то, я не знаю почему, да не о сериале речь, о фильме. Высоцкий, спасибо, что живой, или как-то так. Решили показать, что, короче, он конченый наркоман. Короче, у кого что болит, да, как вот этого Бэткомедиана, сценаристы там вечно под героином. Такое впечатление, что в каждой шутке есть доля шутки. Поражается ли доп-контент сделать? А у меня есть он доп-контента? L2. Я покупал обычную версию. У меня нету там всяких саундтреков и прочего. Я не покупал делюкс. Так, чат. Сейчас, значит, следующее. Да, как обычно, без паники. Сейчас я стрим отключу буквально там на несколько секунд. Ну, 30 там. Да. И мы уже начнем тогда с вами Resident Evil. Все, давайте.